Квартира в центре города со всей инфраструктурой. Дом расположен в нефтегородке. Рядом школа, до школы около 200 метров. Закрытый двор со шлагбаумом. В доме только два подъезда. Имеется отдельный гараж. В шаговой доступности парк Ленинского комсомола, где можно гулять с детьми. Также недалеко Афганский парк и так далее. Находится в хорошем районе Махачкалы, в нефтегородке. Дом строил Садак нефтью для своих рабочих. Построен очень хорошо и качественно, сейсмоустойчив. Если вы пожелаете проверить дом на качество, можете пригласить экспертов. Квартира пятикомнатная, объединенная двухкомнатная и трехкомнатная квартиры. Общая площадь 180 квадратных метров. Имеется весь пакет документов.